Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску «Изгои-1. Звездные войны». Коллекционные арт-постеры для раскрашивания. Формат раскраски, давайте я вот так положу лист для сравнения. Так, сразу же фокус. Вот видите, насколько раскраска так поменьше. А так тоже вот настолько. Ну, это просто для примера. Мало ли, кому-то вдруг будет интересно. Обложка. Обложка здесь вот такая, с клапаном. Бумага белая, гладкая. И, ну, бывает более гладкая, но в целом тоже так хорошо палец по ней скользит. Листы по плотности, ну, мне кажется, как офисные. Вот эта иллюстрация, кстати, в принципе, симпатичная, мне нравится. И, наверное, ее можно так интересненько раскрасить. И, не знаю, например, сухой пастелью, особенно если она какая-нибудь хорошо пигментированная. Здесь вот Орсон Крейник. Я просто не знакома с этим произведением или фильмом, вот, поэтому, ну, скорее всего, это, да, или актеры, или герои тут вот указаны. Мне кажется, что очень красивые иллюстрации, хотя, как и в любой раскраске, бывают и вот такие проходные, но это, опять же, да, для меня проходные, а кому-то может и очень сильно зайти. Но я думаю, это не проблема, потому что в большинстве случаев, в большинстве раскрасок есть и прям супер-супер картинки, иллюстрации, которые нам нравятся, да, какие-то мы просто раскрашиваем и нам нравятся, но восторга не вызывают, а есть и то, что так и остается нераскрашенным, это нормально. В общем, хорошая раскраска, вполне. И тоже подойдет как девочкам, так и мальчикам всех возрастов. Я сегодня снимаю не там, где всегда, поэтому мне кажется, что со светом не очень хорошо. Но сегодня могу снять на кухне. Это что-то вот такое. Поближе покажу. Я эту раскраску приобрела, чтобы отправить ее Алле Хобби. Ну, Аллу, я думаю, все знают. Кто не знает, проходите на ее канал, подписывайтесь. И вот сначала решила снять обзор. Честно говоря, много раз видела ее в продаже, как-то очень-очень бегло листала, и она мне не заходила. А сейчас смотрю, очень даже имеет место быть. Ну, вот это такое проходное, ну, лично для меня. Так кому-то, наверное, может и понравиться. У всех вкусы разные. Ну, вообще, честно говоря, для таких вот раскрасок хотелось бы односторонние иллюстрации. Потому что все, что связано, наверное, как я понимаю, тут с небом, да, так далее, можно раскрасить так это интересно и достаточно ярко. Ну а там, где всякие гелевые ручки, фломастеры с блестками, акварель, да, всегда есть риск, что что-то протечет. Хотя, наверное, можно еще и акрилом, но акрилом это скорее фон и тоже. Как что себя поведет. Вот это может быть, мне кажется, интересным.
Замечательные иллюстрации. Не, раскраска очень хорошая, так что, в принципе, кому эта тема близка, то могу порекомендовать, конечно. Вот эта иллюстрация классная. Я вот раньше к черному фону как-то необоснованно плохо относилась, а сейчас понимаю, что вот особенно в такой тематике это, конечно, классно. Ну вот, кстати, может быть, там, где иллюстрации не односторонние, то, может быть, и хорошо, чтобы было побольше черного фона хотя бы, чтобы на этом не заморачиваться и не использовать протекающие сильно материалы. Вот здесь, кто дружит с фонами, может сделать очень интересную, как мне кажется, иллюстрацию. И прорисовка здесь, ну, в основном можно даже сказать, что детальная. И вот тут вот мне нравится, как и на воде, да, это и вода, и небо, тут как-то заданы тени. Так что... Если умело все остальное сделать, будет красиво, даже при отсутствии огромного опыта. Вот, тут тоже клапан, возраст 0+. Интересно, как они этот возраст определяют? Здесь 112 страниц и 2018 год. Издательство АСТ. Издание для досуга для старшего школьного возраста. А почему здесь тогда 0+? Вот с обратной стороны такая надпись. И так выглядит обложка с обратной стороны. Также здесь написано «Узнай больше о вселенной» на starwars.ru, Disney. В общем, мне понравилось. Я понимаю, что раньше несправедливо обходила данное издание мимо. Если видео понравилось, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди покупки, обзоры, хобби, влоги, челленджи, теги и много-много интересного. Ну а помимо этого, на моем канале есть еще и другие видео. Лайф-влоги, прогулки... Так что, кому интересно, подписывайтесь. Еще у меня есть Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Большое спасибо всем за просмотр. Пока-пока!